занимает министр вооруженных сил СССР, маршал Советского Союза Василевский. Командует парадом начальник московского гарнизона, генерал-полковник Артемьев. Товарищ маршал Советского Союза, войска московского гарнизона, во знаменование 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции для парада построен командующий парадом генерал Артемьев. Здравствуйте, товарищи академики-фрунзовцы! Поздравляю вас с праздником 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции! Здравствуйте, товарищи суворовцы и нахимовцы! Поздравляю вас с праздником 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции! Здравствуйте, товарищи кавалеристы! Поздравляю вас с праздником 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции! Товарищи, солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, трудящиеся Советского Союза, от имени и по поручению Советского правительства и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас 32-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Этот исторический праздник народы Советского Союза встречают решающими победами в борьбе за досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки, крупными достижениями во всех областях хозяйства, культуры, науки и техники. Советский Союз, руководимый нашим мудрым и великим Сталиным, ведет последовательную и неутомимую борьбу за мир, за безопасность
и дружбу народов. Эту политику Советского Союза активно поддерживают все сторонники мира и демократии. Силы борцов за мир растут и крепнут. Советские люди и трудящиеся всех стран с огромной радостью встретили известие о величайшей победе китайского народа, создавшего свою народную республику. Поворотным пунктом в истории Европы является образование Германской Демократической Республики. Товарищи, мы гордимся нашими успехами в деле строительства коммунизма и борьбы за мир. Весь советский народ, ведомый партией большевиков и великим Сталиным, еще энергичнее будет бороться за дальнейший и еще более высокий подъем всего нашего социалистического хозяйства, за всемерное усиление экономической мощи нашего государства как основы благосостояния народа, гарантии мира и безопасности. Вооруженные силы Советского Союза, одержавшие всемирную историческую победу в Великой Отечественной войне, с честью отстоявшие свободу и независимость нашей Родины, не забывают своей основной задачи – бдительно охранять завоеванный мир и созидательный труд нашего народа. Советский народ может не сомневаться, что его вооруженные силы, являющиеся оплотом мира, достойно выполнят свой долг перед Родиной. Да здравствует 32-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Да здравствует наш героический советский народ и его вооруженные силы! Да здравствует наше родное советское правительство! Да здравствует наша славная Всесоюзная коммунистическая партия большевиков! Слава нашему великому вождю, вдохновителю и организатору наших побед, дорогому и любимому товарищу Сталину! Ура! Пожалуйста, товарищ председатель, первую вам дорогу уступаем из уважения к заслугам и к женской, так сказать, чести. Объезжай. Да что вы, Никанор Иванович, вы же обогнали, поезжайте первыми. В этот год ты первая поедешь. Так мы колхозники порешили.
А на следующий год держись. Тебе со мной и в самом деле нелегко придется. Объезжай! Наша эпоха, товарищи, эпоха великих и бессмертных дел. Мы, большевики, водители времени, строители истории, самоотверженный труд, смелая творческая мысль – вот что отличает советского человека. Наша сегодняшняя производственная победа, которую мы празднуем, это торжество самоотверженного труда наших рабочих. Это торжество смелой мысли наших инженеров и техников. Вся варварская мощь фашизма была брошена на то, чтобы разрушить нашу социалистическую индустрию. Но мы возрождаем ее. Мы делаем ее сильнее и краше, совершеннее и лучше. Thank you.
это ведь Красная площадь. Точно. И мавзолей. Мавзолей? Я ведь сразу узнала. Да как не узнать? Все-таки главное место на земном шаре. Вся Олимпиада последний раз Москву посетил в году в 41-м. Вон по той улице наш полк проходил. Микаша, а какими воротами в Кремль пойдет? По Спасски. Как 11 на башне пробьет, кого награждают, те всегда этими воротами проходят в Кремль. Вон теми, да? Ага. Товарищ старшина! Никанор Иванович. Здравия желаю, товарищ майор. Здравствуй, Никанор Иванович. Максим Сергеевич, здравствуйте. Ну, знакомься, Никанор Иванович. Жена моя. А я вас признал. По карточке признал. Только на деле вы выходите еще лучше. Максим Сергеевич, прошу знакомиться. Супруга моя Олимпиада Ярмоланда. А я, вы знаете, вас тоже признал. По фотографии. Только на деле она гораздо лучше. Корнев, прошу знакомиться. Супруга моя Олимпиада Ярмоланда. Вы что, сюда, по делам? Да, по делам. Ну, мы тоже вот по делам. Вот она, Красная площадь. Товарищ лейтенант. Верно. Рудников. Рудников! Товарищ майор! О, товарищ Белла, здравствуйте, здравствуйте. О, старшина. Он самый, товарищ Белла, здравствуйте. Знакомьтесь, жена моя. Супруга моя, Олимпиада Ярмоланда. Олимпиада Ярмоланда. О, кого-то женим, кого-то женим. Вот видите, мы снова вместе и встретились. Да, все пути к Москве сходятся. Большие это пути, Максим Сергеевич. Большие пути. Это ты, Никанор Иванович, хорошо сказал. Большие пути дороги. По этим путям, дорогам мы до самого коммунизма дойдем. Так я говорю, товарищи бойцы. Так точно, товарищ майор.